Здравствуйте! А сейчас мы рассмотрим основную часть комплекса тренировки на все тело. Основная часть этой тренировки будет состоять из 5 упражнений и 3 кругов. Первое упражнение – выпады назад с чередованием ног. На вдохе мы делаем шаг назад, на выдохе поднимаемся в исходное положение и чередуем ноги. Задача в исходном положении занять положение ширины таза и не менять его на протяжении всего выполнения упражнения. Упражнение второе – на улучшение подвижности плечевых суставов. Подъем рук наверх с чередованием отведения в сторону. Движение вверх делаем на выдохе, затем на вдохе опускаем и на выдохе отводим в сторону. Третье упражнение – облегченный вариант отжиманий. Облегченный, потому что мы делаем его из положения упора лежа, но стоя на коленях. Руки на ширине плеч, ноги вместе. На вдохе опускаемся вниз. На выдохе поднимаемся наверх. Четвертое упражнение – боковые выпады. До этого занимаем положение чуть шире ширины плеч. Делаем на вдохе опускание вниз на одну ногу. И на выдохе поднимаемся в исходное положение. С чередованием ног опускаемся на другую. И на выдохе поднимаемся наверх. И пятое упражнение – это квадратная планка. Исходное положение – 4 точки опоры на коленях и ладонях. Задача – почувствовать мышцы пресса. Если вам некомфортно будет положить ноги на голени, вы можете поставить их на носки. И поднимаемся вверх, открывая колени буквально на 2-3 см от пола. И в таком положении стоим. А сейчас я покажу вам упражнение для расслабления после тренировки. Для этого мы занимаем положение лежа, вытягиваем руки, ноги и постараемся последить за дыханием. На вдохе наполняя воздухом грудную клетку и живот. И на выдохе полностью выпуская из себя воздух наружу. Важно! У этого комплекса есть ряд противопоказаний, поэтому перед его выполнением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Будьте внимательны, следите за техникой, за вашим состоянием и тренируйтесь в удовольствии.